Всем привет, дорогие друзья, с вами Риди. Давайте опять поиграем с вами в игрушку «Голодные игры круче Агариум». Вот, сегодня у нас будут такие не сильные бусты, слабые, я бы сказал даже. Ну, давайте раз слабые бусты, возьмем еще слабый щит. Вот, слабые бусты. Попробуем с ними сегодня затащить. Ну, также мы с вами откроем сундучки. Давайте. Так, отлично, нам надо бабочку уже быстрее собрать. Давайте быстрее, я... Обязательно оставил голоса на 10 тысяч подписчиков, ребят, потому что мы будем два раза крутить рулетку. Можете рассказывать своим друзьям, вот что на 10 тысяч подписчиков мы с вами покрутим рулетку. Чем быстрее мы соберем 10 тысяч подписчиков, тем быстрее это событие случится. Вот, ну и также у нас будет оформление немножко другого канала, более удобное, я бы сказал. Будет очень круто. Ну что, давайте уже играть. А, три задания нам надо выполнить. Золотой мы пока не будем открывать. Заскочи в топ-10 и получи сундук. Так, это будет легко, ну-ка. А, я могу его брокколи кинуть. Он массу не теряет, потому что он сильно маленький. Все, я понял. У меня есть... так. Он просит меня пощадить, но... Ну ладно, пощадим. Ах ты, смотрите какой. Ну все, я хотел тебя пощадить. Ты сам виноват. А, давайте тогда использовать щиты, что ли. Я думаю, они нам не пригодятся. У меня же турбо есть. Что я торможу? Топ-10, ребят. О, все, я заскочил в топ-10. И, в принципе, все. Давайте поможем ему. Нам надо три сундучка, ребят, открыть. Ну, три сундучка собрать, точнее. Так, один есть, давайте еще два. Возможно, с вами еще пооткрываем немножко. Соберите два бустов невидимость на карте и получи сундук. Два буста невидимости. Ну что ж, давайте поищем. Для этого нам нужно турбо. Хорошо. Наша цель — найти золотые все-таки сундуки. Как ты быстро, смотри, как ты быстро стал большим. И он, скорее всего, меня хочет съесть. Но он уже не догонит. А вот я его, в принципе, могу съесть, потому что... Ты... Нельзя быть таким жадным. Вот так вот забаловался, ребята, он. Сам виноват. У меня есть щиты еще. О! Это был мой буст невидимости. Я его хотел взять. Мне он был нужнее. Так, можно брокколи в него кинуть. Турбо? О, нет. Вот так вот, ребят, нужно делать. С простыми бустами, в принципе, мы легко поднялись в тройку лидеров. Но там сильно здорово. Я думаю, блин, возможно, они сейчас будут по мне бить. Ух, щит. Нужно использовать, ребят, действительно чаще щиты. Я читаю ваши комментарии, спасибо вам. Вы действительно правы. Щиты, они нужны по-любому. Особенно если я на клановом сервере, потому что там вообще жестоко. Да я тебя не собираюсь есть, если ты меня... Блин, ну хотя... Это очень аппетитно выглядело. Так, что, у меня щиты еще остались? Ускорение. Отлично. Вот за нами, мне кажется, преследует этот здоровяк. У нас цель невидимость, ребят, все-таки. Нам нужно два раза взять буст невидимости. Пока что можешь соединиться, так будет безопаснее, мне кажется. 5000 массы, а вот сейчас мы возьмем... Давайте немножко покормим их. Ах ты, ненадолго это хватило. Нужен буст невидимости, ребят, срочно. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Аир? Ты... Что будешь делать? Тим, что ли? Ну давай, Тим. Хорошо. Вот это уже плохо. Это уже не очень хорошо. Аир с нами играет. Так, мы еще живы. Я надеюсь, он не будет нас убивать.
Так, хорошо. Надо ему сказать, что действительно Тим. Он, надеюсь, увидел, что мы с ним тимимся. Второе место и Лэйзи. Лэйзи на первом месте. Буст невидимости я пока не вижу. Да. Не думал. Ты издеваешься, что ли? Ты кто такой вообще? Надо кляп, по идее, мне взять. Кляп бы нам пригодился. Назар. Шамиль. Два буста невидимости. Блин, надо нам по-любому найти эти бусты. Да это фиг с ним. Как увидим невидимость, сразу собираем. Да, может, мне надо было буст ускоритель взять, я вот подумал тут. А, хорошо, ты со мной? Ну ладно, в принципе, пока можно и потимиться. О, нет. Вот этот чувак наш. Отлично. Так, хорошо, хорошо получается. Так, нормально. Так, хороший тим. Блин, я его случайно съел. Я не хотел его есть. Я думаю, ну мы сейчас еще найдем его. Пока что потимся, так будет повеселее, по крайней мере. Ну в этой неразберихе сложно. Так, нормально. Буст невидимости, отлично. Один буст есть. Мистер Джейк. А, вот он. Отлично. Это наш человек. Мистер Джейка я, конечно, бы не хотел трогать. Блин, его съели. Прости, я не хотел. Я тебя не кушал. Так, нормально. Хороший тим у нас получается. О, что там происходит? Так, нормально. Так, крутяк. Так, еще. Отлично. Замечательно, мне это нравится. Так. Неужели мы собрались, ребят? Так, давно такого не было. Главное всех не съесть. Мне еще нужен один буст невидимости. Так, нормально. Мистер Данил. Что происходит? Кто это? Кто-то нам вредит там. Блин. Серьезная атака. Блин, я хотел. Мне нужен был щит этот. А, это же наш. Это наш человек. Блин, меня все корят, но это прикольно. А кто там еще? Смотрите. Будет ли она нас есть? Нет. Блан, тоже за нас, что ли? Крутяк, ребят, вот это тим, я понимаю. Крутой тим. Я даже забыл про бусты. Хотя мне нужен буст невидимости. Орбит, нас съел орбит. Что ж, будем надеяться, что мы все-таки соберем два буста невидимости. Это пока наша самая такая основная цель.
Так, нормально. Ух ты, а кто там такой? Нас прикармливают. Отлично, это наш человек. Так, нормально. Крутяк, ребят, мне это нравится. Блан опять нас съел. Ну ничего страшного, блин, у меня. Наша задача все-таки. Блин! Давайте этого Блана убьем нафиг. Сейчас я постараюсь его. Кляп бы еще мне нужен был. А давайте. Давайте сейчас действительно кляп возьмем. Так, хорошо. Блан все нам портит. Вот он, смотрите. Так, нормально. Ну, возможно, сейчас опять нас съест. Я вообще кляп на него бы нанес. Так, круто. Мне это нравится. Так, хорошо. Какая вкуснятина. Может, они пришли? Ну, наша задача другая немножко. Так, ладно. А вместо, наверное, брокколи давайте возьмем. Вместо брокколи кляп. Что-то мы стали погибать слишком часто, ребят. Хороший сервер, ребят. Тут все подкармливают друг друга. Да фиг тебе, ты меня достал реально. Действительно, сколько можно? Я же вроде за него. Он пытается меня. Постоянно ест меня, кушает. Так, давайте турбу возьмем. Все-таки съел наш баллон. Ладно, фиг с тобой. Давайте сервер снимем. Сменим, блин, что я говорю. Ну, прикольно, было там много из нашего клана, но все-таки. Наша задача какая, ребят? Правильно, наша задача все-таки найти невидимость. Единорожка какая-то. Единорожка. О, там здоровый. Ух ты, что-то происходит. Ах ты ж, блин. Лень. Нужно выбрать такой сервер, где нас не будет никто мешать, потому что у нас задача найти невидимость. Бонни есть. Игернец. Какой-то игернец. Фух. Один раз мы только нашли, ребят, всего лишь невидимость. Давайте сделаем вот так. Может, яблоки нам нужно взять. Ускорение. Ну, давайте ускорение возьмем. Еще одно ускорение. Так, нам нужна невидимость. Нас пытаются съесть. Когда особенно нас много, все пытаются нас съесть. Это очень выглядит, видимо, аппетитно. Видите, что происходит. Нам надо всего лишь два буста невидимости взять. Я их не вижу. Но они так нужны, ребят, нам. Когда что-то надо, хрен найдешь это. Так обычно всегда. Просто когда я маленький, нифига не видно. Так, сменяем сервер. Так, мне сейчас.
Так проще искать. Либо стать большим, и тогда нам будет вообще удобно взять зелье. Ну, я не знаю даже, что делать. А захватить сервер. Такая вот наша задачка, допустим, будет. О, кляп, 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 кляп. Кляп. Да. Отлично, отлично, это уже хорошо. Так, на тебе кляп уже был, да? Давай берем турбо. Так, и щит. Давайте замедление. На них кляпы надеты. Это мой шанс что-то исправить. Что-то изменить. Так, отлично. Получилось. Теперь нам будет легче найти зелье невидимости. Этот буст невидимости. Нам не нужно будет вообще ни с кем тимиться, ребят, сейчас. Просто я вижу все бусты. Но невидимости пока не вижу. Наша задача найти вот эти два буста. Не собираться нам, в принципе, не обязательно. Собираться нам не обязательно. И смотрите, ребят, простыми бустами, то есть, какие есть почти у каждого, я... Ну, единственное, вот золотой кляп у меня есть. Но так, простыми бустами я выбился в топ. А ну, на втором месте, но все равно. Малой там. Опасный малой. Хорошо, я сейчас хорошая мишень. Я сейчас очень-очень хорошая мишень для всех. Все пытаются меня сейчас съесть. Это отличный их не шанс. Да, ребят, немножко не успели поиграть. Просто ко мне сейчас в гости пришли. Давай сейчас кому-нибудь поможем. Да пофиг, пусть Барби будем. И... Так, ну для вас давайте я открою все-таки еще один ящик. Сундук. Посмотрим, что там выпадет. Ну, все, ребят, в следующей серии опять продолжим играть. Продолжим, постараемся сундучки насобирать. Ну, вот с вами был Даридий, не забывайте ставить палец вверх, подписываться на канал. И всем до скорого, пока-пока.